Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю видео, как я еду на море. Я еду отдыхать, да. Сразу говорю, меня зовут Элизабет. Я еду в гастроли. Я буду очень скучать по дому. Но все же, ура, 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 я еду на море. Ай, сумка упала. Так. Но мы, как вы знаете, все едем не просто так на море. Это я там одежду еще не собрала. Ну, вы уже видели. Поэтому, что хочу вам сказать, вы должны знать, как правильно собирать вежище. В принципе, все даже очень просто. Я вам покажу. Для начала берем самые необходимые наряды. Первый наряд положили. Второй. И что хотела сказать, мы же едем не просто так куда-то там отдыхать, там просто... Ой, простите. Так, мы же едем не просто куда-то отдыхать, а мы едем на море. Поэтому берем шикарный, прекрасный купальничек. Ну вот, смотрите. И, конечно, возьмите туфельки. Ну как же без них? Это обязательно. Ай. Я выпала. Секундочку, секундочку, секай. Выпала. Так, подождите, я все поправлю. Пока что выключу камеру. Так, ребятки, теперь у меня все в порядке. Вот, я уже положила, ну, хотела сказать полные вещи, но у меня вот еще. Сразу говорю, конечно же, нужны очки. Так, ну, теперь мы аккуратно положим купальник, там вот это все такое. Посмотрите, у нас уже сколько всего. Кстати, я бы хотела сказать, что мне стоит поторопиться, так как через 2 часа мой рейс в Африку. Ну, точнее, как там в Африку? В Египет. Я еду туда, да. Я уже второй раз туда еду. Ай, так, господи, у меня... Я не могу стоять. Так, ай, падаю. Так. Теперь нам надо собирать обувь. И что еще нужно? Собираем. Первая партия обуви. Ай, ай, ай. Да. Обычно за меня все делают, но... Так. Ой, простите. Следующая партия обуви. Следующая партия. О, yes. Наконец-то. Ой, простите. Простите. Так, ну у меня там осталась последняя партия обуви. Я сомневаюсь, что мне еще кроме этого что-то влезет, но я попытаюсь. Сразу говорю, это у меня еще самая большая сумка, есть еще маленькая. С очень нужными вещами, у меня там всякие карандаши. Ну, чего там только нет. А вот эта сумочка там с билетом всяким. Ну, с нужными вещами, короче. Так, давайте в третью партию обуви. Так, давайте. О! Наконец-то. Так, теперь. Что нам надо дальше? Вот посмотрите, посмотрите. Секундочку, я отодвину так. Секундочку, вот смотрите. Вот это все нам тоже надо положить. Для начала вам небольшая лекция. Мы едем на море. Ну, я еду на море не просто так. Я еду сниматься в каком-то там кино. Поэтому, конечно же, мне нужен мой Оскар, чтобы со мной могли сфоткаться мои фанаты. Так, ну теперь давайте продолжим. Можно еще этот поясок положить сейчас. Ну что ж, давайте остальные вещи загружать. Встретимся, когда я все, ну, соберу. Так, поясочек, поясок. Что дальше? Дальше у меня расчесочка. Ай-ай-ай. Так, дальше надо подумать. О, наконец-то. Ой, вы бы знали, как долго я этот... Чё?
чемодан собрала, но все вместилось, не бойтесь. Ну, Оскар я положу в свою сумочку идеальную. Так, теперь пора ехать в аэропорт. Ну что ж, ребята, мне пора в аэропорт, поэтому увидимся в следующем видео. Всем пока! Продолжение следует. Пока! Поставьте лайк! Пока-пока!